Здравствуйте, многоуважаемые друзья! В данном видеообзоре покажем вам зеленую лазерную каску. В такой коробке приходит она от производителя. Здесь краткая информация для потребителя. Указано, где пользоваться можно ею. Давайте к обзору сразу перейдем. Приходит она вот в такой красивой коробке подарочной. Она велюровая. Здесь внутри бархат, на бархате написано Green Laser Pointer. Также вот указочка лежит. Так вот она выглядит в виде ручки. Длину ее могу сейчас измерить с помощью линейки такой. Обычно 16,5 сантиметров показывает. Видео немножко неправильно передает. Если вы видите, немножечко больше, 16,7 где-то. В комплекте идет две батарейки типа 3А, которые можно заменить, когда сядут. Очень просто все работает. Вставляете батарейку одну и вторую в заднюю часть. И здесь пружинка. Просто берете и закручиваете. Корпус алюминиевый с элементами soft touch пластика, приятная в руке, не скользит и пользоваться легко. Здесь кнопочка, есть одна функция, один режим, нажимаете и видно, как светит. Давайте это отложу. Одна насадка, как я уже сказал, это звездное небо, как называется. И если ее скрутить, просто будет точка. Давайте выключу свет, покажу вам. Вот это просто точка. Если на стенку светить или в бок, видно будет даже луч. Вот вы видите зеленый. Ну, давайте я вам вкратце покажу быстренько, чтобы не отнимать ваше время попусту. Ну и с указкой. С указкой вообще великолепно. На видео все так вам не передам. Здесь вот ее, если крутить, здесь ободочек такой зелененький светится, также красиво. И если крутить, узорчики меняются. На видео, как я уже сказал, вам не передам всю красоту. Постараемся записать второе видео со съемкой ночной на улице. Посветим, покажем, как она светит уже в таком большом пространстве, чтобы вы убедились, что это действительно крутая вещь. Давайте включу свет. Ну, используют где эту лазерную каску? Кто проводит презентации, во-первых, семинары, лекции, также используют ее для игр с домашними любимцами, питомцами. Подойдет очень классно подойдет, как говорится, любителям исследований созвездий в ночное время. Это указка. Производитель заявляет, что длина луча, давайте я так вот покручу, покажу ее, чтобы вы увидели, что длина луча достигает 12 километров. Насколько 100% информация, подтвердить не могу, но скажу, что действительно она светит далеко. И конца луча не видно. Предостережение самим производителям в плане того, что нельзя светить по самолетам лазерной указкой в глаза водителям автомобилей, ну и транспорта любого, так как может вызвать там как проблемы со зрением, так и какое-то ДТП может случиться. Давайте ближе покажу. Сейчас фокус наведу. Здесь информация указана также производителем. Мощность ее. Такая вот указочка. Насадка. Если открутить,
Вот видно, даже я свечу пыль, видно. Так. Ну, на этом все, друзья. Подробные технические характеристики смотрите у нас на сайте, либо задавайте вопросы менеджеру. Они всегда будут рады вам ответить, проконсультировать. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем рады. Будем для вас записывать новые видео. Будем стараться радовать вас. Ну и также ждите видеообзора в ночное время уже с подробными техническими характеристиками и испытаниями данной лазерной указки. На этом все. Спасибо. До скорых встреч.